Добро пожаловать к главному врагу тех, кто не ест после шести. Добро пожаловать к холодильнику! Ах, как хочется быть худым, ах, как хочется стройным быть, розовощеким и молодым, из размеров только М-ки носить. Но как же хочется на ночь поесть, перед сном что-нибудь заточить, зайти на кухню и сесть, и смело холодильник открыть. Отщипнуть немного халвы, а потом и покончить с халвой. И по этой же схеме, увы, расправиться и с колбасой. И совсем уходя уже спать, на тарелку с печеньем взглянуть и забрать всю тарелку в кровать и в крошках спокойно уснуть. Поэтому ты жирный, поезд пассажирный, те, кто много ест, зовут жир трест. Поэтому ты жирный, те, кто много ест, зовут жиртрест. А на утро в спортзал пойти, чтобы там это все сгонять, на дорожке полдня идти и под штангою умирать. Дома после шести есть не стал, не забыл фитнес чаю попить. Ну а ночью тихонько встал, чтобы вновь холодильник открыть. Поэтому ты жирный,